Игрок торпеда, как мы видим, делает движение телом навстречу мячу. И кроме этого, выставляет локоть в сторону. И получается, что он делает тело больше. И вот такое касание руки и мяча является нарушением правил. И арбитр должен был назначить пенальти без вынесения дисциплинарной санкции. В этом моменте однозначное решение. Все члены комиссии проголосовали за то, что арбитр правильно показал желтую карточку игроку команды «Балтика» за классическое нарушение правил наступ игроку своей стопой на ногу. Это является безрассудным фолом, и судья прав, что удалил игрока «Балтика». В данном моменте члены комиссии единогласно признали, что данная видеозапись не позволяет нам сделать однозначный вывод, что мяч полностью пересек линию ворот. В правилах записано четко, что гол засчитывается в том случае, когда мяч полностью своей проекцией оказался за линией ворот. Поэтому, исходя из данного вот видеопросмотра, того видеоматериала, который нам был представлен, комиссия признала, что действие арбитров матча «Продолжить игру» было поддержано. В моменте матча Чертанова-Нефтехимик мы видим, что арбитр несет в своей руке желтую карточку. И с точки зрения правил игры, за выход игрока без разрешения судьи на поле, он должен ему был предъявить эту желтую карточку. Но комиссия установила, что арбитр принял неверное решение, не показав желтую карточку. Это методическая грубая ошибка. Окончательное решение показать красную карточку и удалить игрока с поля было правильно. На видеоповторе мы отчетливо видим, что нападающие команды СКА «Хабаровск» первым выставляют руку в сторону лица соперника. И только потом игрок номер 10 делает такое же движение своей рукой навстречу нападающим. Эти оба касания руки не являются нарушением правил, очевидным нарушением правил. И комиссия принимает решение, что судья правильно продолжил игру. Непростой момент для арбитра на футбольном поле. Здесь очень трудно увидеть место контакта. Но ВАР заметил, что контакт был явно выше стопы. И этот контакт представляет явную угрозу для безопасности здоровья игрока команды «Сочи». Поэтому после того, как видеоарбитры пригласили главного арбитра к монитору и просмотрев данную запись, он должен был принять однозначное решение показать красную карточку игроку номер 13 за серьезное нарушение правил игры. Мы просмотрели эпизод с единоборством двух игроков штрафной площади. Игрока 44 Уфы и 23 команды Сочи. Комиссия установила, что данное единоборство проходило в рамках правил. Незначительные контакты игроков друг относительно друга не являются нарушением правил. При этом другой игрок чисто выбивает мяч за пределы поля. Исходя из этого, комиссия установила, что решение арбитра продолжить игру является правильным.